Открывает предстоящие выходные занятия по хип-хопу от танцевальной студии Union DC. Затем участники примерят на себя роль стрит-художников, рисуя граффити. Далее в рамках фестиваля «Улица 59» с 17:30 пройдет вокальный баттл «Голос улиц». В завершение пятницы все желающие займутся зумба-фитнесом. В субботу все так же в Комсомольском парке всех гостей ждут на эко-пространство «Выходной на природе». В программе выступления творческих коллективов и фолк-группы «Шай Май» из Кудымкара, творческие мастер-классы и познавательный квест. Затем в воскресенье с 16 часов полоса препятствий МЧС, исторический перформанс и мозгобитва.